Я был неплохим художником. Вторая мировая была моей страстью. А сейчас я с трудом могу написать собственное имя. Я знаю, что с тобой произошло. Нападавших было пятеро. Он чудом выжил. Ты принимаешь лекарства? Меня избили до полусмерти. Просто так. Шаг за шагом, не торопись. Ты молодец, Марк. Смирись с болью. Я создал мир, где я могу излечиться. Что это у тебя здесь? Добро пожаловать в Марвен, мою арт-инсталляцию. Ты художник? Это долгая история. Я не тороплюсь. Тебе правда интересно? Да. После нападения я потерял память. Исчезли все воспоминания. Так что эту историю расскажут мои куклы. Встречайте, жительницы Марвена. Они защищают Марка. Ты это я, дружище. От плохих парней. Погнали. Послышалось, ты хочешь макароны? Какие еще макароны? Не хочу я макароны! За каждой куклой стоит реальный человек. Знакомься, Анна. Да, да. Джули. Привет, это я. Карлала. Ты не сможешь вечно убегать от своих проблем. Роберта. Пойдешь на оглашение приговора? Ты должен посмотреть этим гадам в глаза. Не знаю, смогу ли я это. Боль придает нам сил. Они украли мою прежнюю жизнь, но я все еще жив. У меня есть надежда. Мой город. И мои друзья. Мы с тобой. Я справлюсь. Все возможно в Марвине. Пьем до дна, девочки. Люди должны увидеть, насколько Марвен удивительный. За жизнь, за любовь, за женщин Марвена. Удивительный мир Марвена.